Жизнь на двух колесах – это про Данила Антропова. На велосипеде он ездит на учебу, на работу, в магазин. В день наматывает до 50 километров. Хоть и привык ездить по проезжей части, но, признается, порой страшно за свою жизнь. Двигаться в общем потоке без каких-либо привилегий или возможностей даже, учитывая, что машины являются объектом опасности, то есть, ну, средством передвижения повышенной опасности, то для велосипедиста это скорее доставляет дискомфорт. Автомобилисты тоже не считают себя в выигрыше. Движение по оживленному проспекту по соседству с любителем двухколесного транспорта щекочет нервы. Велосипедист едет за тобой, это же опасно. Я-то на автомобиле, а он на велосипеде. Нужно внимательно просто относиться ко всем. А если вдруг появятся велодорожки, будет ли это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Им удобнее будет. Когда он едет, там подросток, допустим, и уже сбавляешь скорость, начинаешь это самое уже какую-то бдительность совершать, чтобы, потому что он может совершить любой маневр на дороге. 3 года назад архитекторы Барнаула предлагали создать дорожки на центральной аллее Ленинского проспекта. По их мнению, нужно было выделить отдельную полосу для велосипедистов посередине аллеи, а для пешеходов справа и слева от нее. Однако сами велосипедисты раскритиковали эту инициативу. В частности, потому что ПДД запрещают движение по проезжей части при наличии велодорожки. На днях глава Барнаула поручил ответственным за благоустройство и дорожную отрасль, а также специалистам Института архитектуры и дизайна поразмышлять, где в городе можно построить специальную дорожку для велосипедистов. Один из вариантов – организовать ее на трассе здоровья. Но проектировщики уверены, в первую очередь она нужна именно на оживленных улицах города, а не в прогулочной зоне. Велодорожки должны присутствовать в тех местах, где очень насыщенный пешеходный поток. Да, это проспект Ленина, если брать наш центральный район, от речного вокзала до северо-западной. Ориентировочно. Да, это район, скажем, Змеиногорска, определенные отрезки. Вообще бы я его весь соединил с поселком Южным. Как нам сообщили в администрации города, отдельной полосы любителям велотранспорта в Барнауле ждать придется долго. Строительство велосипедных дорожек в ближайшее время в Барнауле не планируется. Обсуждение велось, в том числе и сообществом велосипедистов. В ходе таких обсуждений выражалось общее мнение, что улично-дорожная сеть города позволяет осуществлять велопрогулки без строительства велосипедных дорожек. Но специалисты все же разрабатывают проект велодорожек в Барнауле на будущее. За основу хотят взять опыт Новосибирска и Санкт-Петербурга. Отдельные полосы для велосипедистов просто необходимы, уверены горожане. Не только для удобства, но элементарно из соображений безопасности. А пока в ГИБДД приводят статистику. В этом году в Алтайском крае произошло 52 ДТП с велосипедистами. 6 человек погибли, остальные получили травмы. Елена Заздравных, Яна Аксенова, Анна Муратова, Анатолий Фукс, Александр Морозов. Новости.